Пацаны не обстреляны, у них вообще учебный выход был. Их там покосят всех! А блокпосты? Да нет там никаких блокпостов, сняли все. Шеф! Шеф! До латышских стрелков подбросишь, а? Шеф! По тарифу! Плюс 1000 сверху еще! Легко, ребят! Спасибо! Поехали! Поехали в темпе! Давайте! Дебек! Выписывают? Подожди, так ты же говорил завтра. Ну когда мы же поедем? Шеф, можем ехать. Сейчас, секундочку. Да ты что, конечно, рад. Ты меня жди, я сейчас буду у тебя через 20 минут. Поехали, 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 поехали! Едем, ладно. Спасибо. Поставь себе. Едем, едем, едем. Да! Да, да я тебя понимаю. Ты меня пойми, у меня ремонт. У меня только одна камера свободная. Ну в ней сидят эти двое за убийство. Вот их завтра заберут, тогда и приводите. Приказ полковника? Так точно. Ну и чем ты так полковнику насолил, рядовой? А он ему, товарищ капитан, нос разбил. Полковнику? Да я уснул за рулем. Ну, пошли за мной, Соня. Ну, стучи, если что, водила. А, ну ты даёшь. Да чё вы ржёте, идиоты? Нарыли себе геморрой на ровном месте, всё, а? Теперь в этот клуб нам дорога закрыта. Да чё ты паришься? Отстойное место, это твой клуб. Кстати, чё мы плетёмся-то? Реально, шеф, а можно побыстрее как-то? Блин, перебрал вчера. Башка трещит. Держи, поправь здоровье. Вот, спасибо. Ну и что придолбались к этому парню? Пригласил просто меня на танец, на постель же. Все, налетели втроем, давай. Слушай, молчи, малая. Ты пошла с нормальными пацанами, вот и веди себя нормально. Вот и сиди теперь и пей тут в такси, а не в клубе. Хорошо там, где мы есть. Правильно, шеф? У меня в машине не употребляют. Слушай, водила, тебе бабки платят, вот и рули. И не базарь, ясно? Я предупредил. Блин, это что такое? Не понял. Что за дела? Сидим. Гоним, что ли? Осторожно! Ты что, дядя? Ты что? Да убери ты руки, больно же! Ой, что ты горишь? Уроем, гад! Все, поезд дальше не идет. Все, ребята, это конечное. Дальше на автобусе. Права у тебя какой категории? А, Б и С. С это грузовики? С это хорошо. Вы правда за убийство сидите? Это непреднамеренный протылок. Непреднамеренно. Ты не ссы. Солдат ребенка не обидит. Ну что, друзья? Друзья? Вот хорошо. А друзья должны друг другу помогать. Да? Да. Вот хорошо. А как я тебе сейчас объясню? Ты знаешь, что это такое? Аспирин. Аспирин. Только растворимый аспирин. А когда его принимать? Ну, когда голова болит.
Молодец. Вот, сейчас наши работяги разойдутся. Мы с тобой на одну главную боль сделаем меньше. Я уж думал, командир, что с тобой что-то случилось. А что может со мной случиться? Вот с тобой как раз все что угодно может случиться. Могу я в пробке застрять? Прости, Ген. Все, что случилось с тобой, это из-за меня. Ладно, проехали. Но... А не рановато тебя выписывать? Ты же говорил, что завтра. Все в порядке. Ты знаешь, я готов на все 100. Давай сюда. На. А если серьезно? Слушай, командир, тут такая тема. Завтра медсестра Людка на дежурство выходит. Ну, ты ее знаешь. Ну? Ну и начнется все это. Сопли. Ты знаешь, я не люблю этого всего. Я люблю конкретику. Либо любишь, либо нет. И... Не люблю. Понятно. Что тебе понятно? Что тебе может быть понятно? Ну да, признаю, было пару раз. Цветы, конфеты, все как полагается. Ну, командир, ты меня знаешь, я если знаю, что... Знаю, Ген. Садись в машину, я через одну минуту приду. Угу. Здравствуйте, Геночка. Здрасте, Женечка. Ну, здравствуй. Здрасте. Извините, а где Ирина? Стучаться надо. Не скажете, где она? Ирина Николаевна? Да. А вы кто? Знакомый. Знакомый. А можете ее не искать. Она на конференции в мединституте. Речки симпатичные, только какие-то все малахольные, чуть что слезы. Понятно. С возвращением, Бэк. Спасибо, Вано. Бэк, это Серега. Как себя чувствуешь? Здорово, Серый. Доктор сказал, что за руль пока рано, но недельки через две можно и за бараночку. Может, на рыбалочку? Это кто это в эфире? Ян, ты что ли? Рад тебя слышать. Да как насчет рыбалки? Отличная идея, Евросоюз. Так, все, мальчики, все разговоры на третий канал. Принято. Ну что, в гостях хорошо, дома лучше? А там что-то интересное? Нет. Тогда что вы делаете в моем кабинете? Ирина Николаевна, я хотел вас спросить, есть ли у меня шанс перейти с вами на «ты»? Конечно, есть, Илья Андреевич. Просто он спит мертвецким сном.
Вы знаете, зайдите к главному, он уже два раза о вас спрашивал. Хорошо, Илья Андреевич. Невзорова. Откройте, есть кто живой! Откройте! Командир! Командир, откройте! Откройте дверь! Чё ты орёшь? Тут у нас сейчас подняла коньки отбросит. Слышь, капитан, у него эпилепсия вроде. Отошли от дверей! Ни с того ни с сего упал и давай трястись. Видишь, как аспирин помог? Теперь одним головником меньше. Вставай, пошли. Куда? Я же все сделал. Еще один вопрос. Будешь лежать рядом с ним, понял? Встал. Эй, сюда, здесь нет решетки. Была там одна медсестра. Как увидела мой торс, говорит, откуда же у вас столько огнестрельных ранений? А ей, меня пули не берут, только стрелы. Какие стрелы? Вот и она спрашивает, какие такие стрелы? А я ей говорю, стрелы Амура, только не могут проткнуть меня насквозь. Она говорит, давайте тогда ваш зад, сейчас ваш шприцом немножко проткну. А я ей, ваш шприц сильнее всякой стрелы, втыкайте прямо в сердце. Свяжись с генералом Гусевым, быстро! Товарищ капитан, но... Не обсуждается! На проводе. Николай Иванович, это Разумовский. Третья рота на 205-й ведет бой. А уж знаете, отлично. Мы с ребятами будем там через 30 минут. Только отдайте приказ. Почему? Нет? Будет поздно. Коля, отдай приказ. Сейчас. Командир! Ты меня, конечно, командир, извини. Но иногда и отдыхать нужно. Нельзя сутками баранку крутить. Не обсуждается. Может, на рыбалку поедем, а? Ян приглашал. Завтра с утра и махнем, а? Е-12-45. Звездочка слушает. База, закрой меня на сегодня. Принято. Спасибо за работу. Звони Яну. Простите, вы читаете «Капитал» Маркса? А вы что считаете, что таксисты только «Желтую прессу» читают? Нет, ну что вы. Понимаете, у меня работа монотонная. И когда я еду, я веду не только машину. Я веду внутренний диалог с писателем, которого читаю. Хм. И о чем же ведете диалог с Карлом Марксом? Ну вот, например, Карл Маркс пишет, что в основе каждого денежного капитала лежит преступление. То есть невозможно заработать большие деньги честным трудом. Очень интересно. И вы согласны с этой мыслью? Ну... Ой, здесь, пожалуйста, остановите. Подожди. Прошу. Сдачи не надо. Спасибо за интересную беседу. И вам спасибо. До свидания. Ой. Бек, ты
Ты представляешь, тема с книжкой на торпеде работает. Уже третий пассажир оставляет больше такса, нормальные деньги. Что? На рыбалку? Ну, конечно, поехали. Все. Я даже не пойду. В смысле? Ну, я сделал, что хотели. Зачем я вам? Пошли. Стоять! Стоять, бойцы! Из какого подразделения? Учебная рота, товарищ капитан. Учебная. В армии без году неделю уже в самом... Зачем мне не помог, дебил? Завалил. А ты куда? Надо же назад вернуться, все рассказать. Это же несчастный случай, правда? Это же не мы. Выводи меня. Сейчас отвезешь нас, куда мы скажем. Потом вали на все четыре стороны. Пошли! Подожди. Даже генерал в курсе? Ух ты. Ну, поподробнее. А с каких это пор мы стали разгребать армейские проблемы? Когда это произошло? Вооружены. Ладно, хорошо. Да нет, не в смысле хорошо. Машину высылай. А ты чего так рано? Слушай, я тебе говорил, ты в этом пеньюаре, ну, богиня просто. Это все, что ты хотел сказать? Ну, Надь. Сережа. Ну, что? Мы с утра на пикник собрались. Ну, собрались. Ну, все вместе. Да. Ты обещал. Надь, я обещал. Но... Я Светку еле уговорила. Ну, Надь, подожди. Да? Сереж, мы семья или что, по-твоему? Подожди. Вы уже подъехали. Сейчас я спускаюсь. Надь, ну что я могу сделать? Может, ты Мишке скажешь? Ну, позвони Мишке. Ну, пускай он в этот раз Свету на себя возьмет. Светка будет счастлива. Слушай, Миш, чё он нативный такой? Музыку у них орёт. Да музыка, да хрен с ним, это свадьба. Он ты чё активный такой в 4 утра? Ну что, вздрогнули уже? Так, все, свет воду выключил. Стоп. Стоп! Что, опять что ли? Бэк, а? Ты зачем столько водки набрал? Командир, сам знаешь. Стратегический запас... Дождь, слякоть. Тем более, сколько не бери, все равно два раза бегать. Вот это что? Мне что, если надо? Мы же оба хотели поехать на рыбалку. Ладно, Миша спит, отдыхает. А ты что? Если бы я мотыля не взял, как бы рыбу ловили, а? А почему я должен тебе напоминать? На мух бы ловили. Че ты меня орешь вообще? Я, между прочим, список составил. На, сам проверь. Дай сюда. Давай. Заводи, поехали. Поехали уже! Рыба ждать не будет. Привал. С этим дохляком далеко не уйдем. Без него тем более. Задумаешь, нас не ищется? Что, на себе его тащить теперь, что ли? Зачем он нам? Абонат, за машину водишь? Нет. И я нет. Если надо будет, ты попрешь его на себе, понял? Понял.
Слушай, ты же местный. Да. До моста далеко? Если через лес, километров 15, будет заправка. А там и мост рядом. Другой дороги нет? Нет. С одной стороны речка, а с другой болото. Ладно, не дрейфь, амеба. Перехватим машину, беремся до станции и здравствуй, Сибирь. У меня там брат живет. Он нам поможет. Слышите, ребята, отвозите меня на станцию. Ну, это надо посмотреть на твое поведение. Мы же обещали. Ты что, не понял? Мы теперь повязаны. Ты теперь как кабан это? Соучастник убийства. Куда ты пойдешь? Мы теперь кровные братья. В лес так в лес. Между рекой и болотом. Дорога одна, поэтому уйти они могли или же в сторону моста, или же в сторону города. И туда, около 30 километров. Угу. А через болото? Через болото они уйти не могли, оно непроходимо. Силами личного состава мы начинаем прочесывать лес в обоих направлениях. Понятно, понятно. Ну хорошо, тогда мы берем на себя перекрытие дорог у моста, самое главное на подъездах к городу, так что в течение суток, ну может быть двух, мы их задержим. А за что они на губу попали? Двое, рядовой Кабанов и Василий, в самоволке на дискотеке затеяли драку. Ударили по голове местного парня, он умер в больнице. Ждали пересылки в военную тюрьму. А третий? А третий, рядовой Камакин, водитель начальника по снабжению, заснул за рулем. Вот как он попал в эту компанию, мне вообще непонятно. Ну что непонятно, сами же говорите. Водитель. Заправочка. Пошли. Чего стоим? Одеваемся. Система ведения залпового огня, 4 буквы ГРАД. Это понятно. Когда складывается фамилия поэта? Пушкин? Ха! Точно! Тихо, спи. Кстати, ты знаешь, дядя Пушкина служил в Риге. Ты это к чему? Я не уверен на все 100%, но моя прабабушка... Так, стоп. Спокойно. Ты знаешь, я давно уже замечаю, что ты, как все поэты, немного не от мира сего. Между прочим, я где-то читал, что поэты видят суть вещей. Ага, ну да, самую соль. Кстати, про соль. Ян, ты ее взял? Забыл. А?
Ай да Пушкин. Ай да сукин сын. Я же говорил, что нужно по списку все проверить. Тут на заправке будет магазин. Купим. Заодно и заправимся. Поехали. Спокойно, не дергаемся. О, красава! Ребят, а вы кто такие? То, что надо. Парень, ты что творишь? Сначала заплатить надо. Сейчас заплачу. Да я кому сказала? Ты куда жрешь уже? Ты меня слышишь? Ты что, не понял? Я кому сказала? Ты сначала деньги заплати, потом жрать будешь. Деньги из кассы быстро. Ты что, оглохла? Да, сейчас. Быстрее! Сейчас. Машина. Отлично. Спи, Миш, мы быстро. Что-то я заржавел. Здрасте. Хорош магазин. Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. Ау! Нам заправиться. Так. А где у них соль-то? Слышь? Ключи от машины, быстро. На высоте 205 идет бой. Необстрелянное подразделение с 3-й роты попало в засаду. Я принял решение идти им на помощь. Приказа нет. Мне нужны добровольцы. Повторяю, это самовольное решение, за которое можно лишиться погон, контракта в армии или даже сесть. Если кто откажется, у меня претензий нет. Поэтому, кто со мной, шаг вперед. Остальные разойдись. Следующий выстрел будет в тебя. Тихо, парень. Ты, главное, не волнуйся. Ян, дай ему ключи. На. Бросай. На землю быстро. У нас есть. На землю. Еще дай. Ну, наконец-то. Оружие на землю, лицом вниз. Да ты что, капитан? Это мы их задержали. Легли на землю быстро! Мужики, помогите. Послушайте. Не двигаться! Это грабители, мужики. Они ранили продавщицу. Лечь на землю! Да ты что? Это я у них пистолет отобрал. Оружие на землю, рылом в асфальт. Стреляю без предупреждения. Спасибо, мужики. Капитан, там продавщица в магазине, они ее ранили, ей помощь нужна. Разберись, я здесь сам справлюсь. Руки за спину! Двигаться! Бежать! В машину! Бежать! Извини, командир. Валим! Ты мы
объясни, что мы будем с ними работать теперь в тесной, притесной связке. И пускай они готовят документацию, готовят все характеристики на них. И сегодня же, да? Хорошо? Что у вас тут получилось? Тогда ты из автомата стрелял? У нас рыбалка накрылась. Ты скажи спасибо, что я приехал. Только до вечера в отделе просидели. Спасибо. Мы свободны? Да, свободны. Миш, подожди. Слушай, тут такое дело. Надя говорит, машинка стучит. Стучит? Да. Ну так купи ей новую. Чё ты? А соль мы так и не купили. Ну ладно, поехали. Понял. Принято. Товарищ капитан, оперативная информация. Быстрее! Не встаем! Давай быстрее! Не встаем! Быстрее давай! Быстрее давай! Ехать не хотела. Куда ты в палатку кидаешь? Ну вот, наше место заняли. Похоже, надо искать запасной аэродром. Это точно. Поскольку я абсолютно уверен, что наши планы на отдых с этой семьей не совпадут. Там ниже по реке есть хорошее место. Поехали. Оп. На, держи. Обложили. Давай через болото. Болото непроходимое, топь. А мы не боимся. Ты первый пойдешь. Отличное место. Здесь и заночуем. Так, все, проехали. Расслабились, отдыхаем, купаемся. Все. За рыбалку. Thank you.
Все, хана! Болото! Не дрейфь! У нас же есть Шурик! Сусанин! Ты где? Не знаю, он сзади бежал! Возвращаемся! Ты что, дурак? Там же солдаты! Бегом! Больше не могу так, а? Я не хочу. Чего не хочешь? Жить не хочешь? Дурачок. Я же тебе добра желаю. Добра? Да сколько мы так бегать-то будем, а? Всю жизнь, что ли? А сколько ты будешь за убийство сидеть? Думаешь, меньше? И там что нужно? Найти козла отпущения. Вот они на тебя все наши дела и повесят. Что ты с ним возишься? Мы его завалим, и дело с концом. Живи, амеба. Но учти, еще один такой выпендреж, и я его останавливать не буду. Понял? Не слышу? Понял. Понял. Надо идти. Могут заметить. Подъем, подъем. Алло, пап, привет. Ты не можешь сегодня со мной заехать? Погуляем. Так мама же сказала, что вы едете на пикник. Как выяснилось, не едем. Солнышко, я за городом. Давай завтра. Дочь. Да, Люд? Не дочь. Здравия желаю. И вам не хворать. Разрешите, мы у вас тут привал сделаем? Можно, хлопцы. 5 минут привал. 5 минут привал, разойдись. Куда они взялись? Заткнись. Учение. А у вас тут чужие люди появлялись? Да нет. Вроде никого не было. У меня же собака, она чужих сразу чует. Что, ловите кого-то? 3 дезертиров. При побеге с гауптвахты они убили дежурного капитана, ограбили автозаправку на Южном шоссе. Короче, вся часть и милиция на ногах. Срочники? Да, дела, конечно. А ведь совсем молодые пацаны. Скорее, молодые звери.
Все у нас получится. Правда, Шурик? На губе они тоже не за детские шалости сидели. У меня приказ с ними не церемониться. Понял. Ну что, отец, оставить вам пару архаровцев до завтра для охраны? Да не, не стоит, не стоит. Да и ружье у меня на всякий случай есть. Ну, как знаете. Ну, тогда привал окончен. Привал окончен! Вот что это? Где этот блюд? Люди, отец. Мы тут в деревне работали. В деревне? В какой деревне? Ну, в этой, как ее. Тут недалеко. Ивановка. Да нет, пацаны, вы что-то попутали. Нет у нас здесь таких деревень. Султан, ко мне! Спокойно, отец, не волнуйся. Нам нужны деньги и ключи от мотоцикла. Ребят, я это... Давай по-хорошему, отец. А то мы твою халупу сожжем. Да я... Не, ребят. Да я... Что, охренел? Солдаты рядом. А чё это он? Чё это? А чё он смеется? Чё он смеется? Быстро в дом. Ищем деньги и ключи от мотоцикла. Чего там? Давай. Что давай? Ты думаешь, мы всю грязную работу за тебя будем делать? Я не могу. А я могу. Она тебя видела, опознает.
Ты только одолжение сделаешь. Как она будет жить без своего мужа? Давай, ради нашей дружбы, а? Ключи нашли? Нет. У тебя 20 секунд, и мы уходим. Ну, ты молодец. Вперед. Быстрей, быстрей. Какие сокровища? Какие у вас в Латвии могут быть сокровища? Кто их туда привез вообще? Викинги. Какие викинги? Откуда? Нет, я... ты откуда вообще это берешь? Из своих книжек, которые потом пассажирам цитируешь? А что, этот трюк с книгами еще работает? Еще как. Только надо учесть, что не на каждого автора клиент идет. Да? А какой сейчас хит? Хит сезона — «Капитал» Маркса. Mm-hmm. Все знают, но никто не читал. Хотят узнать, что там написано. А ты попробуй в следующий раз на торпеду бросить книгу Диогена. Все же знают, что он жил в бочке, да? Но никто не помнит, о чем он там думал. Хорошая мысль. Надо попробовать. Вот только и слышно, надо попробовать. Вот Миша тебе подсказал про Диогена. Я тебе рассказал про этот трюк с книжками. Надо попробовать. Пробовать-то когда будем? Вам что, полян нахрень? Принимай заказы. Виски, водка, коньяк. Вы лучше что-то пиво пить умеете. Зато как красиво. Ну ты представь себе, самая короткая ночь, праздник Лыгу. Все собираются, пьют пиво, закусывают сыром, через костры перепрыгивают. У всех тянется к веночи из дубовых веточек. Так, я понял. Песни поют. Понял. А, Миш, как у нас праздник называется? Ивана Купала. Понял, Евросоюз. Все, ладно, купаться пошел. Галя. Галя, я сейчас. Угу. Я сейчас. 3, 4, 5. Я иду искать. Давай, мам, сюда, мам. Сори. Ну, я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Вы где? Алина, мама. Кто это, ты моё солнце? Че, мужик, поломка или плановый ремонт? Ремонт? Это хорошо. Ключи. Зажигание. Отошел. Сань, что стоишь? За руль. Что с машиной? Да, ребят, я сам не знаю. Пытался разобраться. Так свечи нету. Ты что, герой, что ли? Шутить любишь? А? Работай. Олег! Олег! А?
Олег! Дюк, может, с собой возьмем девку? Не трогай ее! Не дергайся. Кайф. Вы это слышали? Пистолет Макаров. Он самый. Похож на наших друзей. Если это они, я готов с ними встретиться. Прекрати, слышишь? Ну, хватит, ну! Ну, все, ну, отпусти их. Ну, я же машину починил, мы можем ехать, ну! Наконец-то, Саня! А я думаю, когда в тебе мужик проснется, а? Не подходи, слышишь? Что ты здесь стоишь? Да я стою, ты не волнуйся. Смотри, красавица, какой у тебя защитник появился, а? Бабку парализованную завалил. И вкус крови почувствовал, а, Сань? Что, теперь меня завалишь, а? Только ты одного, малыш, не учел. Я же не бабка. Не подходи, слышишь? А что, стрелять будешь? Я же выстрелил! Стреляй, Сань! Выстрелю! Стреляй! В своего стреляй, Сань. Ты же теперь наш, Санька. Наш. У тебя руки в крови. Так же, как у меня. А? На, кабан, вооружайся. Кто я сказал? Привет! Давно не виделись. Руки! Тихо. Лег на землю. Ты знаешь, а ему на землю ложиться нельзя. Радикулит можешь прихватить. Стоять, суки, я не шучу. Полностью с тобой согласен. Какие же шутки, правда? Положи ствол. Ствол положи, настрой, а ты один. А вы из какого мультика, придурки? А? Здесь правила устанавливаю я, понял? А не понял, объясню! Нет, пожалуйста, нет! Это ты зря, сынок. Отпусти мальчишку. Автомат на землю. Автомат на землю! Саня, в машину! В машину или я ему башку прострелю? Ян, ко мне! Перетяни ногу и останови кровь. Быстро! Да, Лё, скоро? Девочка, успокойся, успокойся. Огнестрел. Успокойся, я обещаю, я верну тебе твоего сына. Обещаю, все будет хорошо. Бэк, Бэк со мной! Километр два. Ян, за старшего! Все. Почему я? Не обсуждается! Третий слушает. Прием. Поступил сигнал. Объект движется в вашем направлении. Понял. Встречаем. От Ленки. Случилось что? Случилось. Ну давай, не томи. Похоже, ты скоро будешь дядей. А я папой. Ты как? А вот так. А как ты это? Да как и ты. А срок какой? 4 недели. Так это через 8 месяцев папа. Папа. Дядя. Папа! Дядя! Папа! Дядя!
Ты куда, Миш? Мы здесь режем. Я третий, прием. Ты ребенок, повторяю, в заложниках ребенок. Не стрелять, снять перекрытие, машину не задерживать, только преследовать. Я третий вас понял. Долго же они соображали. Так вечно мы с этими ублюдками церемонимся. Теперь катайся, пока бензин не кончится. Знаешь, будь моя воля, я бы их... Паша, давай, заводи машину и убирай, чтобы эти подонки не нервничали. Что такое? Ну, черт, это они! Паша, заводи машину быстрее! Ну, слышишь? Дальше не пройдем, там милицейская машина мешает. Надо тормозить. Останавливайся, тарань. Скинь его с дороги. Давай, моя хорошая, ну! В кабине человек! Становишься, убью. И щенка до кучи. Паша, заводи машину! Слышишь? Паша, заводи машину! Ну! Паша! Ну как он? Паша! Нормально, Пашка! Жив! Все нормально, командир. Скорую вызывай. Пашка! Ушли? Да не совсем. Здесь есть пересеченка, можем перехватить. Я третий. Но надо скорую пробежаться. Быстро. Командный командир. Раним милиционер. За мной. Молодец, Саня! Пацана отпусти. Отпусти, пацана, я тебя прошу. Саня, рули молча, а. Ну, отпусти. Все, тема закрыта. А вы звонили? Да я. Ваню Лесника убили. Что-нибудь трогали? Нет, ничего. Кто-нибудь еще есть? Ванина жена. Она в доме. Жива, только очень испугана. Жив. Беги. Быстро беги отсюда! Мам, не плачь. Вы только успокойтесь, все будет хорошо. Я никуда не поеду. Сейчас вместе поедем в больницу. Верните мне моего мальчика. А оружие у них есть? Пистолет. Вы не переживайте, все хорошо. Пойдем. А у Разумовского? Автомат, который забрал у этого, с ножевым ранением. Когда они уехали? Полчаса назад. Отлично. Стой! Что? Тихо, тихо. Тихо, пацан, не плачь. Где они? Где дяди, которые тебя увезли? Я хочу домой. Где моя мама и папа? И мама и папа очень беспокоятся тебя, переживают. Мы сейчас ведем тебя к ним. Правда? Правда. Как ты от них сбежал?
Я хороший дядя, он мне сказал, чтобы я в лес бежал. А плохой дядя, он ударился головой и не шевелился. Ну ты даешь, Саня. Ты думаешь, пацана отпустил, подвиг совершил? Нет, Саня. Ты от своих подвигов до конца жизни не отмоешься. Отмываться ты будешь собственного дерьма. Ты же обделался. Ну давай, поплачь! Ты никто. Ты ничтожество. Тебя нет. Вот денек. Знаешь, ребенка отведешь родителям, дашь его лично в руки. А ты? А я прогуляюсь. Ты с ума сошел, тебя одного не отпущу. Не обсуждается. Ну что, пацан, больше не боишься? А мы к маме скоро пойдем? Так вот, уже идем. Давай, залезай. Скажи мне, ты сказки любишь? Да, люблю. Ну и хорошо. Слушай, значит так, жили три медведя. Большой, средний и маленький. Пистолет на землю. Пистолет на землю, быстро. Я убил человека. Ты отпустил мальчишку? Я убил человека. Я понял. Да что ты понял? Я понял, боец. Я понял. И что мне делать? Для начала встать на ноги. Вот. И жила там, в этом замке, заколдованная принцесса. Вот. Ее заколдовала злая колдунья. Черная ведьма? Да, она. Вот. Ну, а потом, конечно, приехал принц, поцеловал ее, но она сама расколдовалась. Нет, так нельзя. Почему? Ну, поцелуй, это же только после свадьбы. Логично. О, вот и такси. Сейчас и узнаем, когда целуются. До свадьбы или после? Успокоился? И что теперь будет? Нормально все будет. Мальчишка где? Сержант, все в порядке. Он его отпустил. Сейчас мальчишка с моим другом идут домой. Ты был за рулем? Так это ты Пашку. У нее жена беременна. Я же не хотел. Беги! Беги, я сказал! Ты что творишь? Беги! Тоня! Тоня! Далек. Тоня, где дети? Пап, я тут. Доченька, доченька, а где Максим? Чего ты молчишь? Где Максим? Я сейчас приведу. Сейчас приведу Максима.
хороший. Макс, солнце мое, ну пойдем, пойдем к папе. Гена. Да. Вы с Мишей на рыбалку собирались? Так точно, на рыбалку. Поймали что-нибудь? Ну да. А Миша где? Ну, знаете, он в лесу. Рыбу ловит? Не совсем. Ген. Ирина Николаевна, увольте, честное слово, пускай Миша сам приезжает, сам все вам объясняет, хорошо? Ирина Николаевна, там раненому милиционеру гораздо хуже стало, он впадает в кому. Иду! Что будете делать? Ничего. Поставим оцепление, будем ждать. Здесь болото хрен знает на сколько километров. Считается непроходимым. Товарищ подполковник. Да. Собака след не взяла. Понятно. Ладно, оставайтесь здесь, рядом. Так что, если он там не утонет, обязательно вернется обратно. Деваться ему некуда. Теперь он сам не сдастся. Он напуган и никому не верит. Ваш сержант явно перегнул палку. Голову понять можно. У него сестра беременна, а муж по вине этого сопляка сейчас в больнице в тяжелом состоянии. А между прочим, он просто выполнял свой долг. Такое могло случиться и с тобой, и со мной. Да так-то на так. Всякое в жизни может быть. Но нельзя же всех так вот, под одну гребенку. Миша, ты не волнуйся. Военные прокуроры разберутся. Орел, которого ты ранил, уже дает показания. Серег, все равно какая-то ерунда получается. Он же сам сдался, понимаешь? А вы его как волка в угол загнали. Он уже никому не верит. А человек, который никому не верит, превращается в зверя. В загнанного зверя. Миша, иди домой. Нечего тебе здесь делать. Миш, ну где ты ходишь? Уже ночь. Давай поехали домой. Дай мне пару минут. Миш, я не знаю. Наверное, это не мое дело. Но мы уж помогли. Ну не можем мы всю жизнь гоняться за бандитами. Не можем? Вот я и говорю. Мы кто? Таксисты. Мы живем в обществе. У каждого здесь свои обязанности. Кто-то ловит бандитов, кто-то возит людей. Но это нормально. Ян, скажи, а что ты влез с нами в эту драку, там, на берегу? Почему ты спрашиваешь? А потому что это же нормально. Позвонить в милицию и сказать, вы знаете, здесь на соседней полянке кое-кого убивают. Вы не могли бы подскочить, разобраться? Это же ваша работа. А мы просто таксисты. Ловим рыбу, у нас законные выходные. Ну не надо утрировать. Буду утрировать! Я этих ублюдков буду утрировать так, что им мало не покажется, понял? Ну, прости, я, наверное, не выспался. Дай мне 15 минут, ладно? Ладно.
Алло. Здравствуй, Миш. Как рыбалка? Да все нормально. А что ты спрашиваешь? Миш, я просто не хочу, чтобы мы начинали наши отношения и при этом врали друг другу. А ты как считаешь? Полностью с тобой согласен. Просто иногда всю правду не говорят своим близким, чтобы их не травмировать. Но ты забываешь, что я врач. И что ты хочешь узнать? Только то, что ты хочешь мне рассказать. Ну, хорошо. Трое дезертиров убили капитана. Ограбили заправку. Ранили продавщицу. Потом убили лесника. Потом напали на семью. Прострелили ногу мужчине. И потом сбили милиционера. Мы за ними погнались. Догнали двоих. Третий убежал на болото. Вот я и думаю, не пойти ли с ним поболтать? Миш, ты что, выпил? Извини. Я не могу сейчас говорить. Я тебе перезвоню. Ян! Что? Жди меня здесь, я сейчас приду. Миш! Ирина Николаевна, признайте, я мастер своего дела. После моего наркоза люди отходят в два раза быстрее, чем обычно. Вот Андрей оперировал одного раненого в ногу. Пожалуйста, уже отошел. И вот я подумал, что нам сейчас кофе ничем не помешает. Что, не нравится? Что? Ну, раньше мой кофе тебе нравился. А мы с вами разве на ты? Ну, мне бы этого очень хотелось. А как там милиционер? Состояние стабилизировали, главное будет жить. А кофе? Что кофе? Что, этот таксист кофе готовит вкусней? С каких это пор вас интересует, с кем я пью кофе? Знаете, вот мы с вами по роду профессии должны давно уже привыкнуть к боли, к страданиям, к тому, что человек смертен. Однако каждый раз, когда кто-то из наших пациентов... В общем, мне кажется, что смерть – это нечто противоестественное. А кофе – это, знаете, так, для интереса спортивного. Люди не верят в смерть, не могут до конца принять ее. И, наверное, поэтому так легко отнимать жизнь у себе подобных. А что касается спортивного интереса, шли бы вы с ним в спортзал. Все хорошо. Я здесь рядом. Постою? Не возражаешь? А ты, я вижу, не первый раз на болотах, да? Ловко. Опасные места обходишь. Пришли арестовывать, так арестовывать. Я же не милиционер. Я вовсе не хочу тебя арестовывать. Можешь взять и уйти, да. Но я бы тебе советовал дождаться до утра. Идти? Да куда идти-то? Я не знаю, что мне делать. Сдаваться или... Сам думай. У тебя есть два варианта. Ты знаешь, есть такая избитая фраза. От себя-то не убежишь. Да я не хотел. Дюха сказал, что убьет и меня, и пацана, если я остановлюсь. Тогда на берегу у меня в руке был пистолет. И мне нужно было стрелять. Тогда бы ничего этого не было. Милиционер остался бы жив. И вообще, да, я не смог. Потому что я
трус. Ты не трус. Знаешь, человек не просто так выстрелить. Тем более, если это твой товарищ. Даже если он вдруг оказался полной мразью. А вы странный человек. Все меня ловят, стреляют в меня, а вы через все болото пришли, чтобы просто поговорить со мной, да? Иногда нужно просто так прийти и поговорить. Ага. Дядя добрый. Решились доброго состроить, да? Да нет, я совсем не добрый. Просто я знаю, как хреново, когда тебя гонят за флажки. На какие флажки? За такие флажки, за которые волки не забегают, а стадо тупо идет по специальному желобу, прямо под нож мясника. И что же мне делать? Сам думай. Ты человек. Человек, а не животное. У тебя всегда есть выбор. Да это вы так считаете! Потому что я в этом уверен. И что бы ты ни сделал, это только твой выбор. И ответственность за него лежит только на тебе, понимаешь? На тебе! Не опоздай только с этим выбором. Я уже однажды опоздал. Стреляйте, я сдаваться иду. Ну вот и все. Тебя как зовут? Саша. Спасибо тебе, Саша. Где оружие, сержант?
Теперь можем ехать домой. О, доброе утро. Ты знаешь, что такое дежавю? Что? Вот у меня сейчас дежавю. Это когда матрица дает сбой. Света, иди к себе. Вот, точно так же потекла машинка. И точно так же мы со Светой убирали воду. И точно так же, как ты, пришел Михаил. Его не было ровно месяц. Точно, я помню. Света, иди к себе. Господи, ну за что мне все это? Ну, хочешь, я тебе новую машинку куплю. Ну, при чем тут машинка? Ну, меня же не месяц не было. Прошу. Вот моя берлога. Ой, извини. Извини, ты проходи, располагайся, а я пока кофе сварю. Угу. Морской офицер. Где? На фотографии высокий с усами? Да. Это мой отец. Одно из первых моих детских воспоминаний. Причал, много людей, играет оркестр, и отец берет меня на руки. Помню, парадная фуражка, запах одеколона, и почему-то мать плачет. А эти ребята кто? Где? А, это отдельная история. Я потом тебе как-нибудь расскажу. А это дочь? А это дочь. А где жена? Бывшая. Бывшая? Бывшая. Бывшая. Ну, бывшая. Здравствуйте, Семен Иванович. Забрать? После обеда? Да я тут, колесо у меня... Да, пробило. Не получится, скорее всего. Ага, извините, всего доброго. Вот, еще нашла. Угу. Это Эльсера из Дальмир Викингов и Нойкерхен мореплавание вчера и сегодня. Да-да, Семен Иванович, да. Да колесо прокололось, с самого утра такая непруха, да, извините, да. Девушка, а девушка, вас подвезти? Такси свободно. Такси-то свободно, я не свободна. Ну, можешь хоть телефончик оставить, а, девушка. Вы что, так и будете за мной ехать? Вы знаете, за вами хоть на край света. На красивую девушку посмотреть счастье. Вы бы за дорогой лучше смотрели. Опа. Загляделся. Сержант Иванов, ваши документы. Здрасте, ребят. Да, Семен Иванович, здрасте.
Да я все понимаю. Да, к сожалению, не могу. Да, как назло, ехал на обед и проколол по дороге колесо. Вот сейчас сижу в шиномонтаже, ремонтируюсь. Да. Я понимаю, неудобно получилось. Хорошо, Семен Иванович. Хорошо. Спасибо. Кто звонил? А? А это наш завгар. Просил жену после обеда в салон красоты отвезти. После обеда? Угу. Который час? 12. Да. Ну, ты хотя бы поезжай, неудобно. Да я бы с удовольствием. Но у меня есть еще одно важное дело. Какое дело? Догадайся. Смешно? Нет, тоже. Я хочу есть. А я хочу пить. Я хочу кофе. 15 минут. Нет, я не могу, не 15.